В Караганде нелегальный игровой салон действовал под вывеской домовой кухни. Об этом сообщили в департаменте финансовой полиции. О том, сколько еще было выявлено Финполом подпольных игровых заведений, расскажет Мирамгуль Салкимбаева. За 9 месяцев текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента финансовой полиции Карагандинской области был выявлен 21 факт осуществления незаконной деятельности игровых салонов. Изъяли 288 игровых автоматов, 10 электронных рулеток и 2 покерных стола. К примеру, 20 сентября 2012 года департаментом возбуждено уголовное дело по факту организации в июле 2012 года незаконной деятельности игрового салона, расположенного в помещении торгового дома «Алина» в 17-м микрорайоне города Караганды. Установлено, что данное заведение посещали в основном студенты и люди среднего возраста. Изъято 19 игровых автоматов, 1 электронная рулетка, ключи от игровых автоматов и денежные средства. Как известно, в настоящее время очень актуальна тема функционирования подпольных игровых заведений под вывеской объединений спортивного покера. По словам сотрудника финансовой полиции, 14 мая текущего года было проведено оперативно-розыскное мероприятие. Там представители правопорядка и изъяли игровой стол на 10 мест, 300 фишек и деньги. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.